Мои родные. Ну, и я человек, для которого правда и честность принципиальны. И все, кто со мной работают, это знают. Я приглашаю в эту студию своего подопечного, своего ученика Олега. Дорогой Олег, я вас ожидаю здесь. Не волнуйтесь, Олег впервые будет сниматься. Добрый день. Приветствую, мой дорогой. Становитесь как вам вот удобненько. Не бойтесь камеры. Перш за все, я хочу вам подякувати, мій дорогий майстер Любомир Богоявленський, учитель, за те, що завжди підтримуєте мене, за все, що ви для мене зробили. Ви сверхінтелектуальна людина, добра, чуйна, щира. Не волнуйтесь. Спасибо, мой родной, спасибо. Ви унікальна личність, такої людини, як вас, більш немає ніде. Спасибо, мой родной, дорогой Олег. Вот, телезрители, вы знаете, я начал с Олегом работать, вот он волнуется немножко, да, потому что впервые в жизни он так мечтал попасть в Прометей, он мечтал настолько сильно, понимаете, вот с 2020 года, ой, как же хочется, и вот я осуществил его мечту, его, это заветное желание, это мой подарок вам на 2022 год, и вот он, понимаете, мы работали с 2017 года, проведена колоссальная работа, я видел в этом парне, в моем клиенте, подопечном, талантливого ученика. Уже с 2021 года я начал обучать дорогого Олега тайнам эзотерики. Я начал делиться с ним секретами Таро, и уже он владеет практиками. Помните, Олег, как вы проходили обряд посвящения в магии в моей школе Любомира Богоявленского? Телезрителям пару слов скажите, как было вот посвящение, у нас три было этапа, вот как ваши были тогда чувства, что вы ощущали? Да, для меня это было новое что-то, дуже цікаво було. Враження були колосальні. Вы очень волнуетесь, я вижу, и у нас проведены с Олегом такие уникальнейшие практики. И мы работаем дальше, мы движемся вперед. Я для Олега его и психолог, и наставник, и эзотерик, и мастер. И я хочу сказать, что я вижу в этом парне очень талантливого знахаря будущего. Вот в нем есть определенный такой, знаете, мальфарский, есть мальфары-самородки, вот у него мальфарский ключ, украинская наша традиция родная, я украинский экстрасенс, и все это знают, и вот... Олег, у него есть именно вот эта украинская эзотерическая жилка. Каждый из вас может стать моим учеником. Хоть я, дорогие телезрители, очень избирателен в этих вопросах. Потому что если человек, вот как Олег, мой ученик, он и в огонь, и в воду, он идет за своим мастером. Я еще и хочу Олегу найти его вторую половинку. Вот, я хочу, Олег, в камеру сейчас смотрим вторую, мой дорогой. Вот, я хочу найти Олегу потрясающую половинку, его любимую девушку, но, как известно, у всех мастеров высшая сила нам посылает испытания, и вот мы другим людям можем свести судьбы, найти вторую половинку, а вот нам, мастерам, часто судьба не хочет это давать, а сила высшая хочет, чтобы мы свою жизнь посвящали помощи людям. Ну, сила пошлет Олегу практика, тоже мастера, это свершится в свой час, а сейчас волей высших сил он должен еще меня минимум лет так 3-4 обучаться магии и эзотерике, чтобы стать мега сильнейшим экстрасенсом и магом, и я в это верю, Олег. И я хочу, мой родной, для вас сделать подарок уникальный. Вы ко мне пришли в эту студию, не волнуйтесь, я посмотрю вашу карту года сейчас, 2022, и посмотрим вам на каждый месяц, а вы, телезрители, тоже записывайте, смотрите, если не знаете еще, вашу карту года. Олег, сейчас я говорю слова силы определенные. Итак, Олег, пожалуйста, назовите мне любое число от 1 до 99, которое придет сейчас спонтанно вам на ум. 79. 79. И это ваша будет карта года. И я отсчитываю. Итак, 3, 6, 9, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, да сила высшая, пускай мне поможет, да карту укажет, 45, 50, 55, 60, и какую вы карту говорили? 79, 60. И карта года. Ого, мой дорогой, очень непростая карта. Это кармическая карта. В этом году вы отработаете определенную новую кармическую порцию информации на пути мастера, а сила нас испытывает, мастеров, и поэтому Олегу в этом году предстоит отработать определенную информацию, чтобы укрепиться, стать еще сильнее, стать еще мощнее. Карты Таро вам помогут не совершить определенных ошибок, потому что есть неблагоприятные люди, которые в течение этого года могут вас попытаться подставить, мой дорогой, вот в плане тех изменений в жизни, что сейчас у вас позитивные происходят. И я как ваш учитель, я на вашей защите, и уже те магические навыки, психологические навыки, что я вам обучил, дал как моему ученику, помогут вам в этом году быть сильным, мощным. И так ваша карта года — искупление определенных кармических программ, и, естественно, это будет возрождение. Давайте посмотрим, мой дорогой, что же вам принесет вот этот январь месяц волей высших сил. Итак, смотрите, вот январь месяц, он довольно у вас тяжеловатый. В том отношении, что это время перемен. Это время, вы знаете, сейчас реально у вас идут перемены, да? Скажите, да, вот телезрителям, перемены реально происходят. Да. Вот, непростой период, но это маленький такой, вот и у мастеров бывает черная такая полосика небольшая, и нам бывает сила посылает, она у вас пройдет. Да, январь такой непростой, это месяц перемен, но посмотрим, что принесет уже вам февраль месяц. А в феврале вам выступает очень интересная карта. Это знакомство, возможно, с какой-то интересной девушкой. Это знакомство с какими-то очень интересными людьми. Это романтические встречи. Это, скажем так, конечно же, любовная магия. Я вас научу в феврале месяце определенной любовной техники. И вы ее обязательно проведете, чтобы ваша мужская харизма, ваша энергетика еще более увеличилась, и чтобы женщины, девушки, ощущая вас такого красивого, сильного, молодого экстрасенса, они к вам еще более притягивались и были с вами. Поэтому будет очень интересный у вас февраль месяц. Мой дорогой, давайте посмотрим, а что же вам принесет март месяц, вот после февраля? Обучение. Вы будете обучаться новым знаниям. Это могут быть связано не только с эзотерикой знания, возможно, с вашей какой-то еще будет у вас интересная работа, ведь вы человек с высшим образованием, вы любите саморазвиваться. Это будет март саморазвития месяц. Какие-то новые знания, навыки получите и в сфере научных знаний, и, конечно же, в сфере Таро и эзотерики. Вас еще чему-то очень важному и новому научу в марте месяце. Апрель месяц, ну он, скажем так, немножко может быть тяжеловатый в плане того, что кто-то из людей будет вам завидовать, это такой месяц человеческой зависти. Но вы молодой мастер, у меня обучаетесь, то, конечно, вам многие уже начинают завидовать. Представьте, как они будут завидовать, что Олег пришел сейчас в передачу, вас видит Европейский Союз, Америка, Израиль, все СНГ, Прометей, лабиринты судьбы на телеканале «Новый мир». Это ж просто потрясающе, мой родной. И вам будут завидовать, но на эту зависть не обращайте внимания. Карты подсказывают, тут на каждый месяц, как еще себя вести. На зависть не реагируйте, а завистникам нужно будет отчитать, когда будет луна убывающая. Я специально проведу с вами обряд, и вас тоже очень важной информации могу научить. И мы смотрим сейчас, мой дорогой, вот май месяц после апреля. О, это очень непростой, интересный месяц в плане энергии смерти, энергии кладбища. Что эта карта означает? Это воскресение, это возрождение, это постижение оккультных таинств у вас уже может быть. Понимаете, мой дорогой, у мая месяца. Итак,
вы очень прозреете и обретете большую силу уже вашу, какой-то как новая у вас ступенька в вашем развитии будет в мае месяце. Июнь месяц, мой дорогой, вы посмотрите, да это ж карта победы, достигнете вашу цель. То, что желаете, у вас получится, сила будет вам благоволить и помогать. Июль месяц, так, посмотрим, июль месяц. Вновь сражение и победа, светлая устойчивая полоса. Июнь, июль месяц 2022 года принесут вам только радость, победу и достижение ваших целей. А у нас, ой, это потрясающая карта, такой, ну, вы знаете, это такой будет у вас очень какой-то романтический месяц, может, на море поедете уже в августе месяце, какой-то будет отдых, ну, вы тут как король выступаете, вас будут уважать, вас будут любить, какое-то интересное предложение вам будет от интересных тоже людей, ну, по всей видимости, вам выпадает какой-то отдых, может, на море съездите. Давайте посмотрим дальше. После августа у нас идет сентябрь месяц. Так, а сентябрь, ну, немножко будет такая черная полоса, она возникает автоматически даже у мастеров, потому что, вы знаете, ну, судьба не может нас сделать полностью везунчиками, мы должны проходить какие-то маленькие черные полосы, чтобы развиваться через эту боль и понимать боль других людей. Поэтому немножко может быть черная полоса в сентябре, но поверьте, все будет хорошо, это тоже послужит вашему духовному развитию. Так, сентябрь, октябрь месяц. Очень продуктивная осень, хороший будет заработок. Ноябрь месяц, ой, у вас домовой сам выпал, это достаток, это благополучие, очень будет стабильный месяц в плане заработка. Итак, у нас декабрь месяц, сейчас я считаю, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, да. И завершающий, да это рай, вы посмотрите, у вас год этот будет счастливый, хороший, да, немножко там будут испытания. Это все я помогу вам еще более просмотреть, у вас все будет хорошо, мой дорогой. Будьте благословенны, Олег, я молитвенно с вами, я духовно с вами, у нас еще очень много работы, я с вами на этом мы завершаем, вам. Удачи, я вас провожу сейчас, так, я вас провожу, мой дорогой, аккуратненько, все, будьте благословенны, дорогие телезрители, вот вы увидели уникальный такой фрагмент, как я работаю с живыми людьми, с моими учениками, подопечными, клиентами в реальности.